Точка-тире-точка. На расшифровку текста у команды считанные минуты. Квест-игра «Куйбышев. Запасная столица» только на загадках и строится. За каждое выполненное задание команда получает букву. Кто первым соберет кодовое слово, тот и победил. Участники квест-игры признаются, готовились основательно. Мы специально повторяли, очень много информации. Мы читали и книги разные, и в интернете находили разные про информацию про наш город, про наши исторические достопримечательности. Мы и Куйбышев «Запасная столица» смотрели, мы и азбуку Морзе повторяли, и погоны повторяли, и звания, и все повторяли. Всего в игре 13 испытаний. Школьные команды соревнуются в умении ориентироваться на местности, скорости выполнения заданий, проверяют свои знания по истории. Все задания основаны на материалах интернет-проекта «Куйбышев. Запасная столица», который появился в сети интернет в этом году. На сайте размещена интерактивная карта, архивные фотографии и фильмы. Причем карта города сделана на основании карты, которую мы использовали из архива. Она была долгое время секретной. Это карта Куйбышева 1642 года. Все здания, которые нарисованы в 3D, это здания именно так, как они выглядели в 1941-1942 годах. Теперь самарские школьники могут прикоснуться практически к живой истории. Ведь лучше один раз увидеть, чем 100 раз прочитать в учебнике. Нам хотелось, чтобы по итогам тех соревновательных месяцев, когда дети работали с сайтом «Куйбышев. Запасная столица», проводили самые разные исследования, финальное мероприятие было бы непосредственно на том месте, да, где все и происходило. И мы очень рассчитываем на то, что это мотивирует детей на дальнейшие исследования и на новое какое-то ощущение своей вот этой сопричастности к истории родного города. Лучшие команды получат памятные призы. Организаторы пообещали, квест-игра станет в Самаре ежегодной. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, «События».